ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Ну а сегодня начались праздничные мероприятия в честь 8 марта. Кстати, дискотека на льду в Сестрорецком парке уже идет. Бежим? Конечно, вот сейчас доведем выпуск и рванем. А пока порадуемся за тех, кто сегодня побывал на концерте в МЦ «Стекольный». С годами я себя проверил, тебя одну хочу любить. Признание в любви. Самые теплые, нежные слова звучат сегодня для милых дам. Сегодня со сцены их поздравляют исключительно дети и мужчины. От всех мужчин, от администрации городского округа Клин и моих коллег хочу вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам, я буду говорить коротко, пожелать вам всего самого человеческого счастья, теплоты, чтобы в каждом доме был уют, теплота, чтобы сбывались ваши мечты. Для своих самых любимых мам, жен и детей артисты из Клина, Высоковской, Решетникова подготовили творческое поздравление. Более 20 вокальных и танцевальных номеров. Концерт нам очень понравился. Маленькая даже танцевала. Вот. Очень приятно, что 8 марта вы сделали такой подарок красивый, красочный. Понравилось, что очень много коллективов выступает, танцует, и песни красивые. Всего праздничная программа продлилась 1,5 часа. Артистов вызывали на бис, и те, в свою очередь, дарили залу улыбку и весеннее настроение.